Где мы, вот, товарищ капитан? Вот, смотри. Вот здесь мы были. Вот остров Газье, куда мы пришли. Да. Из Point of Peter. Так. Вот сюда мы пришли, здесь стоим. Так, сколько нам по времени мы шли? Час, да? Ну, сейчас здесь. И рядом. Сейчас около этого маленького острова. Да. Мы здесь, если, я думаю, что ветра здесь не будет сильный. Вот. Мы здесь останемся на ночь. А завтра утром поедем покупаем сюда. Остаемся здесь на ночь, да? Может быть, да. Ну что ж, мы покинули марину Пуэнта Питер и сейчас направляемся к месту нашей первой якорной стоянки – острову Газье. Остров находится у самого побережья Гваделупы, напротив городишки Ля-Газьер, и является очень популярным местом среди местного населения. Сейчас уже половина третьего, рассчитываем быть на месте к 3 часам дня. Остров Газьер – не что иное, как дополнительный пляж к местной инфраструктуре. Является популярным местом среди местных жителей для барбекю и пикников, так как здесь есть несколько затененных беседок. Есть множество мест для гриля, но вам понадобится собственная металлическая решетка и угли, если вы хотите ими воспользоваться. На острове есть ресторан под открытым небом, где продаются напитки и можно перекусить. Курица с рисом обойдутся вам примерно 12 евро, а рыбная тарелка будет стоить около 15-17 евро. Чтобы добраться до острова на лодке из центра Ля-Газье, нужно всего 5 минут, катера ходят каждые 30 минут с 9 утра и до 5 вечера. Поездка стоит 5 евро туда и обратно, на взрослого. Детский билет вам будет стоить 4 евро. Каждая 10-я поездка бесплатна. Кстати, маяк на острове является вторым по возрасту в Гваделупе, 1929 года постройки. Маяку почти 100 лет. Не забудьте взять с собой мусор, так как на острове нет мусорных баков. Ласты не нужны, маска? Ну, я пока так. Ну, наконец-то. Надо будет кто-то. Пошел! Первый пошел, второй пошел! Следующий пошел. Ребята, вода. Следующий пошел. Кто у нас следующий? Оля. Вода просто. Они уже, наверное, к берегу приплыли, ребята. А мы еще здесь. Прям забыла про прям для купания. Беру их с собой, да? А здесь что, до дна можно достать, да? Ну сейчас надо разведку и потом посмотрим. А здесь змей нету ядовитых? Нет. А я змей боюсь. А я тоже боюсь. Да нету. Это манг. Вот маячок, ребята, на этом острове маячок. Вау! А он действующий или не действующий? Можно наверх подняться? Видео или фото? Фото. Вот, смотри, пальма, видишь, какой фон. Пальмы, окей. Давай, фотку. Давай спинами вот так встанем. Давай. Вау. Вот это кадр, давай я тебя сфоткаю.
день подходит к концу. Сейчас у нас 5-6 часов вечера. Андрей, Наташа и я, мы сходили туда, вглубь острова, посмотрели маяк. К сожалению, он закрыт, и наверх мы не смогли подняться, на самый верх. Почва каменистая, идти больно, без обуви. Пошли втроем, а остальная часть команды осталась здесь, и вот они как бы вплавь, пешком. Да, иду. Поплыли на катамаран, а мы втроем остались на острове. Вот сейчас мы идем к Андрею, он там берет лодку, и будем возвращаться на катамаран. Запомнила? Окей, вроде ты все делаешь правильно. У меня все чисто, я работаю чисто. Давай рукой, вот как ты делал. О, круто, о. Вау. Вот, ребята, катамаран наш. А где люди-то? Люди есть живые на катамаране? Есть. А мы тоже пьем. А вы не пьете же? Как не пьем? Теперь можно. Нет, подожди, Андрей, надо помочь. Ну, нет, Наташ, ты выходи, да? Лучшая помощь. Лучшая помощь. Ну, подожди. Спасибо. Ну все, ребят, вечер, сейчас поужинаем и будем опять купаться. Окей, все, давай, ныряй, пошел. Водичка какая! Вода, блин, 27 градусов! Красиво? Красиво? Небо какое! Что, можем мне тоже нырнуть, что ли? Я! Синхронное плавание. Можно завтракать, и все уплыли. Вот только Людмила осталась, кэптен остался и самые голодные ваш покорный слуга, да. А вот Наташа еще не уплыла. Но она на выходе. На выходе. А ногами тоже не прыгаешь? Ну, я хотела ногами, но я боюсь. Окей. Сейчас я сфотографирую, Наташа. Слушай, мне сегодня так понравилось. Вода, все так хорошо. А, да? Ничего не холодно. Красиво плывут в полосатых купальниках. Все, все накупались. Будем завтракать. С сеточкой. Да. И она там для звонок. Вова двоится просил. Это тоже из магазина.
Не, нормально мне, нормально. Все, готовы? Да. Ну все, давай. Пошел. Так нам куда ехать надо? Нам вот туда надо ехать. Мы посетили, были сейчас на маяке, и сейчас мы находимся вот на этом пирсе. Вот он. Сейчас мы вернулись сюда. Андрей, наш капитан, с Наташей остались здесь. Вот тут катамаранчик стоит. Нет, вот здесь он стоит. Это большой остров, часть Гваделупы, да, это у нас, Саша? Вот это Гваделупа. Наш катамаран стоит сейчас вот здесь. Андрей с Наташей, они дежурят, охраняют. Вот, и мы сейчас находимся вот на этом вот пирсе. Все. Вы видите противоположный берег, это сама Гваделупа. Вот оттуда на вот этом катерке люди приезжают сюда на целый день на пляж, на этот остров. Вот очередной катерок прибыл. У нас проблемы с мотором, не заводится. Похоже, как придется идти на веслах. Так и вышло. Идем на веслах. Ничего страшного, бывает и хуже. Пришли на веслах назад на катамаран, а Оля с Валерой вплавь. Сейчас они будут здесь. Он что, вообще там прижит? Вообще не завелся, от слова «вообще». Давай, ныряй, пока можешь нырнуть. Ладно? Внимание! Пошел! 4! Мы за тебя хотим выпить. Не-не-не. Олечка, мы решили тебя у Саньки отбить. Но, Саша, я вспомнил анекдот. Если супруга клад, то тебе, Саша, положит только 25%. Андрей, ты где такого набрался? Еврейская мудрость. Жизнь набрала. Пассажир, да? А я капитан, крутые яйца сегодня делал. Все? Да. Отлично.
Ну-ка. А это у нас что получился? Крем-суп, что ли, или что? Крем-суп. Бомба. Как в лучших ресторанах Гваделупы. Бомба. Они спят, сказали. Сказали не будить до лета. А где я сижу? Как всегда, по левой руку. Окей. Мне уже понравилось. Бомба! Так, а вот крекеры берите. Валера сказал, не будет. Приятного аппетита. Да. А кому-то налить что-то? Да? Сейчас, подожди. Вова. Все, давайте. За нашу дружную команду. Да, за хороший коллектив, за хороший коллектив. Чес! Женская среда. Направо. Мы пришли к берегу встречать Сергея. Сергей у нас сегодня прилетел из Монреаля на 2 дня позже, чем вся команда. Сейчас на такси сюда он подъедет. Вся команда осталась на катамаране. Вот Андрей, капитан наш, Наташа, жена Сергея. Мы встречаем Сергея. Да, вот такой рынок здесь. Арбузики продают. Сувенирчики продают. Вот дорожные знаки. Синеньким обозначен Пойнта Питер, столица Гваделупы. Вот договорились встретиться с Сергеем в ресторане. Идем в ресторан, ищем его там. Он должен сюда подъехать. Так мы сегодня можем сегодня вечером поехать посидеть. Здесь, да? Да. Смотришься. Вот. Очень эффектно. Во, отлично. Вот, встретили Сергея. Теперь вся команда в сборе. Все, готов, давай.
Так, ребят, ну что? Андрей увез Сергея, Наташу, Валеру с Людмилой на берег. Решили мы выйти в город. Мы как бы недалеко от берега стоим. И сейчас Андрей за нами возвращается и везет оставшуюся часть команды на берег. Вот такой план сегодня. Это наша первая стоянка. Мы решили на ночь остаться здесь. Завтра будем уходить на следующее место стоянки. Куда? Понятия не имею. Речь идет о 4 часах пути. Еще один остров следующий. Так, вот Андрей уже возвращается. Сейчас Саша с Солей готовится, одевается. Андрей вот вернулся. Сейчас все будут готовы и идем на берег. Всем нужен интернет, всем нужен Wi-Fi. Вау, все какие красивые! Надо сфотографировать обязательно. Все, хорош, хорош. О, нормально, все, хорош. Все. Вот ты троих соображаешь, сразу четвертый подтягивается. Давайте, ребята. Давай. Ну, за сегодняшний вечер. У нас сегодня практически первый день отдыха. Да, мы сегодня все собрались. Да, все, будем. Ой. Все, пошли. Сейчас мы на местном рынке городишки Газиер. Продается буквально все. Фрукты, овощи, сувениры, рыба. Ходим, глазеем, нарабатываем аппетит. Ищем ресторан, где бы мы могли поужинать сегодня вечером. Ну что, нашли ресторан? Или не нашли? Здесь ресторанов нет. Вот нашли подходящее место для ужина. Местная гостиница. Отель Auberge de la Vieille Tour, что в переводе означает «старая башня». Расположен в городишке Ля Газье, в здании бывшей ветряной мельницы 18 века. В отеле есть открытый бассейн, тропический сад площадью 7 акров. Все номера отеля выходят окнами на океан. В каждом номере есть спутниковое телевидение. В ресторане отеля «Виль Тур» подают изысканные блюда и креольские развлечения по вечерам. В отеле есть бар, а также осуществляется доставка еды и напитков в номер. Центр «Пуэнте Питер» находится всего в 10 минутах езды. А до международного аэропорта можно добраться примерно за 15 минут на машине. Проживание в отеле вам обойдется 300 евро в сутки. Ты что снимаешь? Наш катамаран? Все. Надо было бинокль взять, посмотреть, чтобы к нам на катамаран никто не залез. Так, ребят, вот там наш катамаран. И вот маячок, маяк светится на острове. На лодочке, на тузике пришли вот сюда. Прошли через рынок. Вот. И искали ресторан, вот в итоге нашли вот это место. Вроде нас обещали здесь покормить. Гваделупа, сегодня у нас какое? 13 число. Сегодня мы решили остаться здесь, около этого острова.
А завтра будем уходить на следующее место стоянки. Это у нас... Это у нас 4 часа ходу, сказал капитан. Давайте. Что ж, за хороший вечер, да? Я с вами. За хорошую компанию. За хорошую компанию, за хорошую вечер. В хорошем месте. Сереженька, мы рады, что ты... Так, Людмила, ты живой, как Оля, с Олей мы уже, да? Вот это да! А на чем вы сидите? Мы на ядре! Что сломали? Пушку сломали? Пушку! Историческую цену! Команды, чувствую себя хорошо, уверенно. Excellente! Теплоходе музыка играет, а я стою на берегу. Не слышны в саду даже шорохи. Здесь замерз до утра, как мне дороги подмосковные вечера. Они по очереди встают. Да, они по очереди встают, да. Давай еще давай.
сегодня собрались. Ночами часто думая, что я влюблён, я твоими чёрными очами тогда разница огрёт. Вижу через наискосок рыжими полоской пила. Я готов целовать песок, по которому ты ходила. Снова через наискосок рыжими полоской пила. Я готов целовать песок, по которому ты ходила. Папа, 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 папа